Мальчик-спальчик. Русская народная сказка. Жил старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно отрубила себе палец, завернула его в тряпку и положила на лавку. Вдруг услышала, кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней лежит мальчик, ростом с пальчик. Удивилась старуха, испугалась. «Ты кто таков?» «Я твой сынок, народился из твоего мизинчика». Взяла его старуха, смотрит, мальчик крохотный-крохотный, еле от земли видно, и назвала его «Мальчик-спальчик». Стал он у них расти. Ростом мальчик не вырос, а разумом умнее большого оказался. Вот он раз и говорит: «Где мой батюшка?» «Поехал на пашню. Я к нему пойду, помогать стану. Ступай, дитятка». Пришел он на пашню. «Здравствуй, батюшка!» Осмотрелся старик кругом. «Что за чудо? Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков говорит со мной?» «Я, твой сынок, пришел тебе помогать пахать. Садись, батюшка, закуси, да отдохни маленько». Обрадовался старик, сел обедать. А мальчик с пальчик залез лошади в ухо и стал пахать. А отцу наказал: «Коли кто будет торговать меня, продавай смело, не бойся, не пропаду, назад домой приду». Вот едет мимо барин, смотрит и девица. Конь идет, саха орет, а человека нет. Этого еще видом не видано, слыхом не слыхано, чтобы лошадь сама собой пахала. Старик говорит барину: «Что ты, разве ослеп? То у меня сын пашет. Продай мне его». «Нет, не продам. Нам только и радости со старухой, только и утехи, что мальчик с пальчик». «Продай, дедушка». «Ну давай 1000 рублей. Что так дорого?» «Сам видишь, мальчик мал да удал, на ногу скор, на посылку легок». Барин заплатил 1000 рублей, взял мальчика, посадил в карман и поехал домой. А мальчик с пальчик прогрыз дыру в кармане и ушел от барина. Шел-шел, и пристигла его темная ночь. Спрятался он под былинку подле самой дороги и уснул. Набежал голодный волк и проглотил его. Сидит мальчик с пальчик в волчьем брюхе живой, и горя ему мало. Плохо пришлось серому волку. Увидит он стадо, овцы пасутся, пастух спит. А только подкрадется овцу унести, мальчик с пальчик и закричит во всё горло: «Пастух, пастух, овечий дух, спишь, а волк овцу тащит!» Пастух проснется, бросится бежать на волка с дубиною, да еще притравит его собаками. А собаки, ну его рвать, только клочья летят. Еле-еле уйдет серый волк. Совсем волк отощал. Пришлось пропадать с голоду. Просит он мальчика с пальчик: «Вылези! Доведи меня домой к отцу, к матери, так вылезу». Делать нечего, побежал волк в деревню, вскочил прямо к старику в избу. Мальчик с пальчик тотчас выскочил из волчьего брюха. «Бейте волка, бейте серого!» Старик схватил кочергу, старуха ухват и давай бить волка. Тут его и порешили, сняли кожу, да сынку тулуп сделали.